Вот, снял крышечку. Жесткий диск в наличии. Так, какой у нас жесткий диск? Ну-ка, чтобы не порвать шлейф. Шлейф целый, без проблем. Показываю. Очень не хочется, конечно, мне лезть и снимать его. Но сейчас попробую хоть заглянуть, не отстегивая, что за диск и насколько. Вот такой вот диск Seagate. Сейчас покажу вам модельку. Вот такой вот диск. Диск рабочий, до последнего работал, шлейф целый, так что к этому вопросов нет. Все. Ума не хватило мне, чтобы запустить его.